Пусть утро начнется с цветов, да? Красиво. Ха, думайте, куда мы идем? Юр, ты куда идешь? На пляж. К морю ты должна была сказать. А Ириша завтра уезжает. Завтра у нее самолет в 11:40. Не напоминает. А что не напоминает? У меня сегодня с утра уже настроение ухудшилось. Но мы сейчас, как обычно, время 9 часов. Да? Не больше? Побольше. Чуть побольше. Минут, наверное, 10, да? 10:10. Загадывайте желание. 10:10. Мы не знаем. Будь здорова, вот. Да. Одной дорожкой в БИМ за водой и на море. Берем здесь Полира 25. Можно в Вигрессе купить. Там тоже Лира 25. Кстати, Ириша, точно. Что нам тащить? Все правильно. Мигрос ближе. На обратном пути купим пиво, сигарет. А что еще? Чурчхеллу, но-то Иришка берет с собой. И еще мы. И еще. Нужно что-то придумать, что Иринке взять с собой в дорогу из еды. Потому что на Победе не кормят. Уезжает она в 6 часов утра. Рейс в 11:40. Ну там 2 часа ехать. За 2 часа в аэропорт. Ну, короче, в 6 где-то, может, в 6 с копейками. И трансфер закажем. Все. Она домой прилетит в 6 вечера. Девки, надо же что-то есть будет. Что-нибудь придумаем. Пока мы придумали только на море прийти. Проснуться, позавтракать и пойти на море. Ну, душ принять, соответственно. Вчера вечером возвращались из морского порта. Так жарко было. Так жарко. Эти сидят без денег, уже ничего не делают. Все работают в пол, знаете, в пол силы. Дворник стоит, что-то там метет, вообще даже вот не сгибаясь. Что-то там щих-щих-щих. Иринка говорит, вообще никто не парится. Да, никто не парится, это точно. Переходим дорогу в самом узком месте. Напротив вот этого старого дома, который охраняется законом, потому что это какое-то историческое здание, его сносить нельзя. Тут вот, кстати, мне это вот место узкое показал мой сосед. Он такой: Ин, ты зачем ходишь? Чтоб тебя сбили, что ли? Нужно ходить здесь. Думаю, ладно. С утра опять у нас движуха такая под окнами. Все на работу прут, на учебу. Сегодня среда, да. Среда, среда, среда. Ха, мы всегда идем, а сюда кушает. Доброе утро. Доброе. Ну, мы всегда идем в одно и то же время. Он пришел на работу и кушает. Мужчины, смотрите, вот мужчины возрастные пришли уже, из дома вышли, уже сидят чай пьют. Уже сидят пьют чай. Эта лавка вообще никогда не закрывается. Ну, в час ночи она работает, и в 9 часов утра она уже работает. Учитывая то, что ящики, наверное, нужно затаскивать же. Ну, короче, работает всегда. Ну и, собственно говоря, вот нам машина доехать и Ататюрк. Смотри, Иришка, эти тоже сидят чай пьют. Языком мелят и пьют чай, да, все правильно. Где наращивание ресниц? А, вот это вот? Гюзелик. А, ну да-да-да. Доставка. Ну,
на нас, на русских ориентировано. Какая жара уже. Иришка, по ощущениям сколько? 34. Уже есть? Нет, еще нет. Ну, 28 точно. Мы 11:30 встаем с пляжа. Вчера чуть попозже встали с пляжа. Уже по песку было невозможно идти. Время 12 часов. Просто невозможно идти было по песку. В общем, Аланья просыпается. Мы с Иришкой проснулись и пошли на пляж. Сразу же. В эту же минуту. Завтракают. Мы завтракаем дома. Чуть не хуже. Вот так разобраться, что еще нужно на завтрак. Вообще турецкий завтрак традиционный. Сыр, оливки, помидоры, кофе. А яйца у нас сегодня не было, огурцов не было. Помидоры, оливки, сыр, свежий хлеб, шоколадная паста у нас была, кофе. Что у нас еще было? Все, да? Больше не было у нас ничего. Ну ладно, в общем, мы не голодны. А со вчерашнего дня у нас еще макароны с бараниной, с баклажанами. Нам хватит. На обед у нас еда есть. Пивка мы возьмем после пляжа. А вечером пойдем гулять. Поужинаем там. Яркое такое кафе. Здесь всегда днем много народу. Всегда. И сидит молодежь. Не знаю, что это за место такое клевое. Как бы клевое считается у турецкой молодежи. Здесь молодежь. То ли здесь недорогие цены, то ли... Вот в Старбаксе всегда полно народу. Может быть. Может быть из-за вкусноты коктейлей каких-то. Пойдем. Мы в Мигрос. Всегда полно народу и всегда турки. Всегда. Вот в Старбаксе тоже. Всегда народ. Аквапарк. Мигрос. Все рядом. Все под рукой. Я пользуюсь только Мигросом, естественно. Ящики помойные. Достанете мелочевки у меня, поняла? У меня столько этих лир, этих монеток, такие тяжелые они. Ну, сегодня сейчас все потратим. Кошечки лежат. Кошечки спят. Валяются. Как мертвяки, да? Это мертвяк, кошка или нет? А, не, дышит. Дышит. Это не мертвяк. И чё? Чё? А это похоже на мертвяк, но дышит. Как солнце светит уже. Ой-ой-ой-ой. Завтракают. Пирожки. Какие-то булки вчерашние. Вот это здесь у него ручная работа. Кожа ручной работы. Я насмотрелась у него пару вещей. И, кстати, недорогие. Кстати, недорогие очень даже. Иринка по ощущениям сказала, что кожа норм. Круги даже выгорели. Мороженое. Мираба. Ну, я вот, допустим, не склонна, как сказать, советовать покупать сладости на жаре.
нужно покупать сладости в магазинах, где работают кондиционеры, где выполняются условия хранения. Ну так, номинально, но выполняются. Иришка только что вот заходила за водой в Мигрос. Мы уже отпили. Она свою пьет, я свою. Она говорит, все там отодвигают эти лари, прилавки, шкафы, все вымывают. Там у них ведра стоят. Я говорю, санитарят. Она говорит, наверное, ждут СЭС. Наверное. Какой гламурный едет. Мы его уже видели. Не знаю, его, не его? Его? Ты думаешь, он тут один гоняет, что ли? В такой. Ну, а что, думаешь, это куча таких? Это, наверное, силком одели на него. Силком. Все розовое на мужика. Есть такие мужики, которые любят розовое. И мы таких знаем. Розовое, голубое. А, голубое, да. Ой, маленький, посмотри, какой веселый бежит по газону. Какой веселый. Синие цветочки. Уже с пляжа идут время. 9:30 нет. С пляжа идут. Фонтанчики. О, полив. Вот нам жопу промочила. Вчера или позавчера нам промочила жопу? Позавчера. А нам куда деваться? Ну, можно вот так вот обойти, конечно. Ну, Иринка, ну, в прошлый раз мне жопу так-то сильно намочила. Не подскользнись, Ира. Намочила. Вон собачка бежит. Прям реально видно, да, что я мокрая? Нет, отсвечивает еще. Сейчас, давай на солнышко. На солнышко пошли? Туда? Тут же не будем прыгать? Нет, не будем. Ну, ни хрена я в этот твой экран не вижу. Вот, не видишь, что снимаешь. Вот, я тоже о том. И когда снимаешь, кажется, ничего не видно, да? Потому что солнышко. Полив. Полив дорожек. Только портят зря воду. Какое красивое растение. Я тебя облила. Только сейчас заметила? Да. Вот раз футболку и штаны. Проверим море. Чего проверять? Прекрасное море. И, наверное, опять не штормит. Очень часто в июле и в августе море штормило. Очень часто. Мне кажется, для Средиземноморья это не свойственно. Могу ошибаться. Чуть-чуть штормит. Чуть-чуть совсем. Ага, чуть-чуть. Нифига. Штормит. Все, Ириш, укладываемся. Я не знаю, почему я так далеко поставила шлепки свои.
И я сразу же в море. Сразу же. А Ира выйдет, будет лежать. Я вообще не понимаю такого. Никогда не загораю. Все. Разделись. Что пью воды и в море. И в море, и в море, и в море. Вот уже сколько выпили. 5 минут назад ее купили в Мигросе. Оставляю вас. Ну-ка. Пойдем. Я в старом купальнике. Он мне не трет. А тот трет. Блин, не. Вы со мной купаться не пойдете. Ну, потому что я боюсь замочить динамик. Давай, ты иди. Я оставляю. Очень клево. Вода, огонь. Ты резко поплыла. Ну, собственно говоря, и я поплыла, я вас понесла на берег.